Blazor 2008. А почему меня в ММ не повышают? Ну что, повысили? Надо играть. Украинский беспилотник. Собака Blazor 2008, пошли ММ. Чтобы тебя повысили, нужно играть лучше, лучше своего звания. Ну, то есть ты на каком-то звании находишься и на него играешь. А нужно играть лучше. То есть даже если ты на первом месте находишься, это не значит, что ты лучше играешь. Лучше своего звания. Может, ты играешь так, как и все играют на этом звании. И поэтому не повышают. А нужно именно лучше играть. И тогда тебя повысит. А если ты там, у тебя не получается там, или даже если вы выигрываете... Blazor 2008. Ну типа я побеждаю, не повышают все равно. Да это не важно, побеждаешь и проигрываешь. Ты должен играть лучше, чем твое звание у тебя есть. Даже если ты там миллион раз подряд победишь, ну, например, это же твоя команда побеждает, а не ты. Если ты там АФК все время стоишь, ну, к примеру, а все, например, ты все время стоишь АФК, да? Ну, я не имею в виду тебя вообще, в целом говорю, что, например, чел стоит АФК, а команда побеждает. И что, вы должны повышать? Нет, конечно. Типа, он же ничего не делает. Именно он должен играть так хорошо, чтобы система поняла, что его пора повысить. Значит, ты не играешь настолько хорошо, чтобы система решила, что тебя пора повысить. Когда начнешь хорошо играть, тогда тебя повысит. Так что, такие дела. Hello, my friend. Мне кажется, он русский. Blazor 2008. Я вроде хорошо играю. В табе на первых местах. Ну, но если на первом месте, это не значит, что ты, типа, хорошо играешь. Это значит, что ты просто на первом месте, но ты играешь так, как и должен играть на это звание. Вот и все. Первое место, это не значит, что ты хорошо играешь. Это значит, что ты просто больше всех киллов сделал. Украинский беспилотник. Blazor. Это просто значит, что просто что больше всех киллов сделал и все. Украинский беспилотник. Пойдешь играть? Украинский беспилотник. Соревновательный? Короче, просто играй. Когда повысит, тогда повысит.